То есть две проблемы. У нас пропал трос. И да, и да. Но не виноват, и я. Короче, потому что его маленькими лапками как? Типа сильнее меня. Короче, писец. Батарейка садится. 1000 убей. Андрей говорил, говорит. Поехали. Иришка. Да вот тут став и все. Шариками. Шариками. Привет, привет. А так точно будет? Прям надо, но прям дорого. Опа, на. Тоже заводи. Да, ну. Пожалуй, это видео вышло не очень. Долго сомневался, стоит ли его публиковать вообще. Но, надеюсь, вы отнесетесь с пониманием и не будете слишком придирчивы. Привет, привет, ребятки, привет, мои хорошие, как всегда, очень и очень рад вас видеть. Сразу хотелось бы выразить вам благодарность за предшествующее видео, где вы, ну, по соотношению с другими видео, буквально засыпали меня комментариями, о чем я просил в видео. Красавчики, ребятки, если возможно, пишите и тут комментарии, 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 поддерживайте, это несложно, ничего вам не стоит, лайк, комментарий, по возможности репост, вы будете просто шикардосные ребята, ну, исходя из создавшейся ситуации. Спасибо еще раз и начинаем. Фух, итак... Итак, ребят, перед началом основного ролика я как бы из будущего расскажу небольшую историю, потому что есть две проблемы, которые надо решать, и откладывать их на потом, ну, нет смысла. Ладно, первая проблема — это тот, кто присутствует на стриме, кто там не был, можно посмотреть на Бусти или ВК. Что-то не поняла? Опять? Нет, я поняла, я не поняла, знаешь что? Где два троса? Ну вот этот кусочек же я крючком цеплял. Нет, Андрюша, зеленый этот трос не мой. Не зеленый, какой? Красный. Не красный. Ну, как не нужен мне красный. У меня был трос белый с голубым, новый, который мне подарили на 8. Я у тебя спрашиваю, где он, потому что он был в твоей машине. У меня не было. Был. Мы тянули твою машину, я говорю, отдай мне трос, ты говоришь, пусть он побудет у меня. Не было. На мою машину мы таскаем все время. Белый с синим, с голубыми такими вот полосками. Я говорю, Андрюша, вот так, я как сирена. Вот я говорю, Андрюша, мой зайчик, отдай мне назад трос. В общем, у нас пропал трос, которым тягают автомобиль. У нас их пропало два, и, судя по всему, по моей вине. Вот с этого момента попал трос. Иришка поставила мне условия, жирный, мощный ультиматум, что я обязан найти эти тросы, потому как она их покупала. И да, один я из них нашел. Случилось чудо, неожиданно, приятно, но... Опа, вот он, ребят, трос белый с голубой полосочкой, который лежал под мешком. Но видите, в каком он неприглядном виде. Ну, машину таскали, понятно. Но Ира требует вернуть его в том состоянии, какой он был сновьё. Ну, не виноват и я. Ну, главное, хоть один нашел. Был еще какой-то желтый, с этим проблемы. Но проблема сейчас в другом. Как вы помните, ребятки, у нас огромная проблема — это Жорик. Вернее, его просачивание на близлежащую территорию, соседскую. И заделывая все те участки, где он мог бы как бы просочиться, появляются новые. И вот опять, казалось бы, когда уже заварил, заделал, мощь, сила. Короче, он сделал новое отверстие. И такое ощущение, что он подходил сюда с плоскогубцами, потому что его маленькими лапками сделать такое практически невозможно. Как? Ну тут просто, ай, я не знаю, сетка разорвана в клочья. Конечно, мы сейчас это заделаем, но, блин, ну я уже не знаю. Он просто порвал сетку.
То есть сейчас надо будет проволокой так как бы типа заштопать. И блин, я не знаю. Короче. Ребят, это без слов. Я не знаю, он как бы типа сильнее меня оказывается почему-то. Ага. Так, чтобы вылезло это говно. Давай. Пока, как бы там ни было, победителем из этой ситуации выходит Жора. Короче, да, я закрутил. Да, красота вся испорчена. Жора ушатал всю сетку. Да, не пролезет, но... Короче, писец. Так, батарейка садится, но все равно успею, наверное, что-то снять, показать вам. Сейчас мы, ребят, отправляемся в маленькое путешествие в преддверии послезавтрашней, короче, в преддверии моей работы. Надо скупить продукты, купить пожрать Жорику, заехать в гости до Санька. В общем, не буду рассказывать все, сами все увидите. Ребят, машина уже дома после ремонта. Сейчас сделаю вставочку, чтобы поняли все, что произошло и что с ней, в принципе, было. Фу. Сейчас. Ребят, вот только что машину сделали, нам позвонили, сейчас едем ее забирать. 1000 убей стоит. Что там было, пока еще не знаем. Ну, надеюсь, сейчас выясним. 1000 убей, там 1000 убей, тут 1000 убей. Опа. Сейчас Ира меня отвезет, выгрузит сама по своим делам, а я на семерочке домой. Посмотрим, как она работает. Ребят, приехали, сейчас наберем. Володя, вы дома? Да, вы дома? Ага, Володь, а что ж там было? А, отек топливный шланг, ага, ну там все, как, короче, несколько проблем в одной. Ага. И свечи, ага. А, все понятно, но свечи, короче, маслом закиданные, все, ага. Катушка? Катушка зажигания, вот не та, которая нужна, там, вот электронное зажигание, катушка стоит с контактного. А-а-а. Поэтому надо ее заменить желательно на электронное. Ага. У девяточка, девятки, угу. Должна стоять. Ага. Она и мощнее, вторая, лучше эта сама, вот. На свечах зазоры были большие, там, звонил. Потом ага. У вас со сцеплением беда, вы видели? Ну, вот, да. Тормозная ушла, вся там. Еле выжимает. Ну да, Андрей говорил, говорит, она плохо, говорит, что сцепление, говорит, стало прям вот в самом-самом верху. Либо главный тормозной цилиндр, либо тот рабочий на коробке, который тоже надо это заниматься. Замени за ним, ну все, я поняла. Видишь, связь где-то. Ребят, я уже в авто, лечу на бензине, работает четко, не троит, не останавливается. Видите, рыжая лампочка, это значит, что работает на бензине. Поехали! Проблем, конечно, много устранил. Конечно, много еще осталось, но а что делать? Жизнь. Технике свойственно ломаться. Иришка. Фух, заехал опять сюда, ребят. Ну, я надеюсь, выйду, если не сильно... Не глубоко, если что, меня Иришка вытащит. Ну, красота. Доволен. Успокоен как. Короче, все хорошо. Единственное сцепление надо сделать, но пока оно есть чуть-чуть, мне хватает. Да вот тут став и все нахер. Все. Это типа машина, когда оттаивала в тот раз. И с нее сосульки попадали. Теперь Ира не попала на сосульки. Едем в наше маленькое путешествие. Погнали, если открылась. Не смерзла дверь. Сейчас у меня тоже открылась. Вот это зима, ребят, прям подзадержалась она у нас. С одной стороны, приятно смотреть на беленькое все, симпатичненькое, но... Да понятно, это же и влага будущая растает. Будущее, да.
Ну, я же по своим собственным мироощущениям, ну, как понятно, что это, ну, как для природы это норма, так нормально, так должно быть. Но для меня это ненормально и так не должно быть. Не камильфо. Да переезжай там, где нет. Я хочу, да, но нет возможности, папа, я бы с радостью. Денежки отдам, говорю, хотите, сразу отдам. Он говорит, да нет, потом к нему расскажу. Приезжает Кишкин, его водитель, знаешь, ну, как бы, приезжает Кишкин, привозит два мешка, то есть там мешок кукурузы и мешок этого зерна. Я же звоню Георгию Ивановичу, ну как бы звоню, он не берет сначала, потом, значит, ну как бы перезванивает он мне, я говорю, Георгий Иванович, ну что ж вы это, Киркину не сказали, ну как бы сколько денег, я бы с ним рассчиталась. Вот, это мне так неудобно, я вот же тебе пообещала, подвел тебя, это тебе за то, что я не приехал вовремя. Я говорю, Георгий Иванович, это да, сильно. Да, говорю, ну как бы так не пойдет, говорю, давайте как бы рассчитываться. Ну я думаю, знаешь, когда увижу его, все равно. Конечно, отдать надо, ну что за глупости. Да, хотя бы бог с ним, знаешь, ну там неважно, там меньше, ну пусть там, знаешь, два мешка, там 50 килограмм кукурузы, 50 килограмм этого, всяко тысячу стоит. Конечно. Тысячу отдам, минимум, ему, знаешь, да. Хотя бы тысячу отдам. Стоит. Это ж не для попугайчиков, как пакетик, знаешь, жменька. Да. Он говорит, я же тебя подвел, говорит, обещал, говорит, ты не приехал, говорит, пусть тебе будет. А, я говорю, Георгий Иванович, я с вами планирую, ну как бы долгосрочное сотрудничество. Мне будет как-то неловко. Он говорит, потом поговорим. Ну, в общем, вот так. Поговорите. Да. Уже стекло оттаяло. Завтра это самое, завтра подняться, будем не вылезть. Опа, приехали, ребят. Магазин Победу. Надо купить продуктов себе, Жоре. Опа. Всем. На тебя буду тратиться, буду любить тебя сильнее. Смотрю в глаза, а из глаз летят искорки. Картошку не надо. Опять? Да я не знаю, ну что, уже показали. Подорожал ты, гля. 111 был. Там же, по сути, ничего нет, он как пена. Ну, это в пятерке, хорошо. Черный перец надо купить, который... Шариками. Шариками будем молоть. У нас же есть мельница. Все, ребят, тут мы скупились. Еды себе, но не полностью. А, и главное, купили еду Джорджу. Ой. И будет, знаешь, шляпа какая-то. Вынимай, чтобы не упали. Да. Ну просто, знаешь, пакет перевернется. Да я понял. И будем мы рулеты собирать по всей машине. По сиденью. Сейчас заедем до Санька. Да должен уже есть уже кто-то. Да. Рисуй небо розовыми облаками. Не грусти, малыш, прыгай со мной в рай. Что-то Санек не раскопался для своих любимых покупателей. Ой. Санечек, привет. Здрасте. Ой, привет, привет. Ну, сейчас надо разговаривать. Спасибо за микрофончик. Да ну. Такие часики дороги мне, как память. Надо поменять ремешок. Там болтики, я болтики буду маленькие. Очень тебе благодарна. Сейчас мы перекинемся. Угу. У меня там столько номеров стоит. Сейчас вставляем и проверяйте. Сейчас вашу симку вставляем. Вот этот? Вот этот, он у вас рабочий, все, там на всякий случай они оставили. Рабочий. А тот, попробуйте тот тоже, батарейка открытая нечаянно есть. Вот. Он рабочий, если он будет работать, я вам за все сейчас за это заплачу денежку. Нет, еще там, подожди. Да не надо, не надо. Меня на удачу. Пусть это нет, вам, нет. Вот вам на удачу. Пускай. На удачу вам, нате. Слушай, это как нужно, надо еще и поцеловать. На удачу еще раз. Я вас люблю. Ладно, все. Ну да. Это легкотня или не легкотня, там же он это, ну видишь, пюктык, там же вот эти серебряные эти со стразами. Я не помню, оно как-то вставляется там. Это как болтик и есть. А так точно будет. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что он сделал с ним морозы, лед витрин голубых.
конёчку пирожок дадим. Помог, как всегда, шикарно. Денег брать не хочет. Пусть покушает. На большую воду. Тебе спасибо, Санёк. Даже хотел сказать, буду обедать. Нет, детям отвезу. Да не, покушай. Там детям хватит. Ну чуть-чуть хотя бы попробуй. Конечно, всей семьей вечером сядем. Все. Ну да, Санёк, красавчик. Вот сюда вот камушки вставил, ну вот как сбоку, как правильно. Ну как были, как родные. Да. Красавчик. Да, ну ты хотя бы... Так он не просто перестал, там же дырочки специально сделал, как положено. Красапец. Такой ремешок найти сложно. Ну да, именно с дырочками. Давай мне ключик. Просто, ребят, почему заморочились этим ремешком? Жалко часики. Часы золотые, как бы, и оставлять их, как правильно сказать, без использования, ну, было бы неправильно. Ну и так и где-то бросить, но что-то тоже как бы какому-то человеку отдать, бог знает, знаешь. Там... Ну, дорогие часы, да. Ну да, дорогие часы, они, во-первых, недешево стоят, а во-вторых, они мне дороги, как память. Ну да. Вот. Я хочу, ты знаешь что, я хочу до рынка пройтись. Зачем? Ну, мне надо. Ой, Ира. Блин, буквально проехали, я не знаю, 10 шагов и придумали, что надо уже идти. Был ли смысл вообще ехать? Я просто придумала сейчас, пока мы ехали, я придумала. Хорошо. Прям хорошо. Ну, она, видишь, прям под цвет эти. Шарфика, да. Спайдермен повесился, ля. Ага. А он, ля, как Жорик. Прям Жорик наш. Ну, такой более пузатенький. Надо такой. Нам такого, да? Он, видишь, в розовом костюме зайца. Прям надо, но прям дорого. Ира, он же симпатичный. Как нам не надо, ну, симпатичного? Да. И Жорик. Симпатичный, да. Один мне пирожок. Хватит. Главное не перепутать, да? Ну, я сразу горох. Я понял. Люблю из-за того, что он тонкий, но теплый. Я понял. Ну, как он ДБшный. Ты же знаешь, Валик, который со мной стоял. Ну, вообще, я хотела... Или забыли самое главное, были в Победе, купить мне на работу печенюшки. Поэтому сейчас идем в Доброцен и приобретаем мне еду. Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите. Дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на орбите. Ну тут единственное, что плюс вот это с этой лейкой, но она такая ненадолго, она хватит этой лейки, поэтому хрен его знает. А я нашла одну канистру с браком, смотрите, опа, на. Ага, ударенная чем-то. Надо. Надо. Мне не надо. Надо черный. Черный. Ты смотри, что в пакетиках был, бывает же насыпом. Ведро. Боски. И вроде фирма на слуху. Но для меня вот это сложно, когда я не знаю. Вот эти красивые не берем больше, да? Это не те, сейчас с вареньем посредине. Я так думаю, что эти вот такие же, просто склеенные два печенька. Я же говорю, в этом сложно, что я ничего не знаю. Такие понравились тебе? Нет, не надо, они сухие. Ну как, ну можно, но такое. Насколько они прекрасны, хер знает. Это будет песочные с орешком немножко. Вот эти мягкие вроде. Да. Ну это как венская вафля, как вот эти вот. Взяли ребята вот такие и вот такие. Два ящика на два дня работы. Лука, морковки тоже нет, да? Косяк. Хотели плов замастырить, морковки нету. Чеснок есть у тебя? Капуста. Ой, морковки. Пошли в Полину прям так, ну, в машину не будем ложить. Сейчас тут попробуем купить морковку. Вроде как говорят, есть. Жора. Ах ты мелкий. Так, сейчас покажу, что мы купили. Вроде нес прям большую сумку, а тут оказалось то. Хлеб на тосты, рис на плов, лук, редька на салат, морковка, лук, морковка на плов, огурцы, помидоры, чай на работу Иришка взяла, сгущенку мне для кофе и две пачки печенья для работы. А, вот еще сыр. Ну и животным
корм? Вроде бы все. Нормально все. Да, да, сделал. Есть просто сейчас это. Ну, два часов много, да, надо какие-то дни. Да, ну так можно, эпизодически, ну, да. Хорошо. Ну, прям да, чудесно. Видишь, они как бы в хорошем состоянии. Так иначе золото будет, ну естественно. Да. Конечно, хороший. Да, да, да. Плохо видно. Хороший. Тут браслет хороший. Но тоже тут золотые. Это... Да, но тут браслет, тут это, батарейку надо поменять. Ацкин, мана! Не надо! Не надо!